Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Всем привет! Очередная часть Resident Evil 6 Biohazard. Мы с Виктором продолжаем. В какую-то нас тут выплюнуло кишку очередную. Витя, здоровайся. Здрасте. Так, ну не в кишку, а в мусоропровод, я так понял. Ну, какая разница. Не знаю почему, но вот эта вот комната мне напомнила вторую часть Паразиты. А я Паразиты, кстати, так и не прошел. Я у тебя посмотрел. Ну, это так давно уже было. Когда ты еще на другом канале, по-моему, проходил ее, Паразитив. Да, я тогда не смог сделать то, чего хотел. Я хотел закрыть игру на худшей концовке, но при этом собрать ранг S. Я точно знаю, что это возможно, но у меня не получилось. Ну... Ты ведь концовку все равно ведь сделал? Да, концовка была худшая, а вот ранг S не получился, только А. Ну, ничего страшного. Такс, ну чё? Вот тут еще одна лошадка. Так, ну, мне старательно закармливают патронами от обреза. А мне вот что-то мало их. Нет, я про обрез, не про дробовик. Ага. А вот мне вот на зато найдешь, как он не бросает совсем патронов. На пестик на мой. Вот там уже кто-то мочит. Возможности вниз спуститься нету? Не, наверное, сюда. Такие прям скаулки темные. Кто-то там вон. Вот он, вот он, вот он. Смешной такой засранец. Сколько тут всего? Там ничего. Слушай, а эти кувшинчики разбиваются, да, значит, у нас? Да. Так я их разбивал. Да-да, нет, я видел, я просто... Только сейчас что-то на это внимание так акцентированно обратил. А-а-а. Я думал, ты вообще какие-то ящики ломаешь. Во! А, это Дебора? А, это не Ада Вонг, случайно, тут? Нет, в виде это Дебора. Не Ада. Нет, это не Ада Вонг. Может, их там по-разному как-то зовут. Бывает там, не любит сюжет закрутить. Нет-нет, это именно Дебора. Ну, хорошо. И сейчас нам предстоит очень веселое путешествие. Да? Угу. Оно наполнено экшеном, я надеюсь, будет. Для тебя, да. Сейчас знакомые тоже. А, это наша сестра ее какая-нибудь? Похоже, что-то они, да? Да, есть немного. Объясните все Леону. Then I'll tell you everything. I promise. Ага. Не верю, как договаривал безвестных кромыжников за великим Станиславским, да? Не верю. Так, а что это глава? А, еще глава еще не закончилась. Прикольно, она здесь сидит вообще. Такая раскалячка. Сильно убегать не буду, потому да, что ты будешь меня прикрывать. Ух, сейчас веселье начнется, да? Не, yeah. На самом деле все не так уж и весело. Сейчас, наверное, какие-нибудь сволочи будут обязательно. Слушай, дай-ка я вот этот кувшинчик сейчас расхерначу. Давай. Ты пока не торопись. На, всего лишь опыт. Так, стоп, тут трава. Зеленая, зеленая. Ну, на самом деле у меня с травами все настолько плохо, что... А у меня вот вроде неплохо, только жизни при этом мало очень, надо подлечиться. О! Тихо. Я могу бить. Я могу их бить. Оставь это, детка, мне. Оставь, это мужское Нет. дело. Нет. Запинал? Мы вместе его забьем. Опа, еще тут один. Тем более, что у меня походу этого нету. Счетчика стамины. Да, то есть у тебя вообще халява. Угу. Так, слушай, нам сюда, дай-ка я тут дальнюю проверю, тут вот кувшинчик есть. Так что давай, наверное, я буду драться тогда. А ты мне трать патроны и силу. Да ладно, не надо так обо мне заботиться. Я их сейчас тут всех.
тебя там на плечах забота висит. Вот он идет, еще тут один. А тут решетка. А. Надо было его пустить. А как мне помочь? Блин, а да. Я не знаю. Тихо. Так, давай-ка я вперед. Ой-ой-ой. Лежать. Тихо. Витя, ты там как? Жив. Я его О, бью. А их сталкивать можно спокойно с моста. Чё мы переживаем? Ну, я, в принципе, так и пытался. Только у тебя очень... Тебе сложнее это сделать. Так, вот тут аккуратно ползет. Жалко, что не оставляет в руках арматурину, доставшуюся из этого. Но если бы оставлял, то было бы совсем легко играть. Ну да. Представь играть в рукопашную, проходить игру вообще не используя огнестрел. Так еще и с чем-нибудь весистым в руках. Да. Короче, Resident Evil превратился в beat'em up action, да? Ага. Как Бэтмен. Кстати, Бэтмена очень хочу поиграть, но пока Arkham мне не попадался. А вот, вот рекомендую. Офигительная игрушка. А я, в принципе, и догадался. О. Угадай. Кто-то там уже нам вещает, да? Так, ну, гранату я не буду брать. И чё здесь? А, во. Не знаю. Толкнуть надо. А, ну это походу только ты можешь. Да, да, да. Прикольно так, ноги болтаются у сестренки на тебе. Так, сюда. Вот не могу посмотреть, потом в видео посмотрим. Мне правда так смешно, не так. О, слушай, тут еще одна есть. Красная трава. Да, я вижу. Так, а мы сейчас их вообще даже перемешаем. Там сзади, аккуратно. А я ничего сделать не могу. Сейчас я их тут встречу. Ну, встреть. Не надо тут плеваться. Тихо, я там, по-моему, что-то даже пропустил. А, гранату пропустил. Все, давай сейчас, нам надо сдвинуть. Мне, вернее. Разве нет нам сюда? Не-не, вот-вот-вот, я, Вить. Мы тут пришли. Подходи ко мне. А, все. Как он меня дождался и... Ну так. Ты плохой засранец. Ты его забил? Да. О, пестик наконец-таки. Его же оружием. Ну да. Че свое это тратить? Слушай, ну неплохой, кстати, даже вот вроде казалось бы скучно так бежать. Ну, как тебе сказать? Кому как? Мне очень весело бежать было. Нет, я имею в виду, ничего такого необычного нету в этом. Ну, прикольно сделали. Как-то, не знаю, очень многие люди так хают, когда там в комментариях игрушку, то говно стало, ля-ля-ля. По-моему, неплохо. Не, хороший, очень хороший экшен. Ну вот именно экшен. Раньше это такой был, знаешь, survival больше. А сейчас очень сложно. Все? Шандец? А О. сейчас очень сложно использовать сурвайвала. Вот теперь ты знаешь, как появились те кокона. А, ну, я, конечно, догадываюсь, но не понимаю, почему они... Что так влечет эти коконы с собой? Как они вообще... Откуда они взялись-то все равно? Ну, вот некоторые зомби мутируют в эти коконы, а из коконов потом вылупляется что-то особенно страшное. Вот он, Ада Вонг. Угу. Судя по красному платью, которое там успел краем глаза заметить. Судя по арбалету. А, это даже не платье. Это пиджачок у нее клубный. С воротничком. Ты же только что была в коконе, во всяком, в говне. А это точно, наверное, может не ее сестра, может клон был. Не, ну запись-то старенькая, кстати говоря. Видеокассетки-то уж лет 12 как не производятся. Ну да. Ну ой, какая драма, да? Ada, what the hell is going on here? It's complicated.
Вот, кстати, если бы ты оставил сессию открытой, и кто-то, играя за Аду Вонг, оказался бы в этом же месте... Он бы сейчас бы с нами бы, да, был? Да, он бы сейчас с нами против босса дрался. А так будет Ад драться. Не, ну зато против нас... Ну, правда, при этом... Еще и босс мог против нас драться, да? Да. Люди, человек. Фу, какая слякоть. Круто. При всем приятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отходи, Виктор. Я ничего сделать не могу, это ролик. А чё а я... Вот сейчас могу. И буду. По вот этим надо оранжевым стрелять, я так понимаю, да? Наверное. Блин, какая-то она чертила-то вообще, вы посмотрите, а? Я прям боюсь. Да ладно. Нет, у меня просто лихорадочно сразу начинаю думать, как против него бодаться, тактику какую. Просто, знаешь, бывает настолько все скоропалительно происходит, что приходится как раз умереть перед тем, как догонишь. Что надо делать? Как с ним бороться? Да. О, спасибо. Трупаки падают, и за них еще оружие дают. Слушай, тут эти, как его, у меня красный лепесток. А, слушай, можно гранатами, кстати, гранаты потом использовать, наверное, против босса, да? Возможно. Так, ну чё, я прыгаю, что ли? Слушай, круто, Ада Вонг. Самый, по-моему, загадочный персонаж в Resident Evil. А Ада Вонг с тобой сейчас? Да. Что за кольцо? Спросит Леон. Наверное, никто не ответит. Ну, как обычно. Тут она ему какое-то кольцо дала. Я видел. Я видел этот ролик. Ха. Ножичка моя. В хребет. Слушай, она еще из УЗИ стреляет. Прикольно. Че ты говоришь, Вить? Я видел ролик, как она тебе дала кольцо, но по большому счету, по сюжету дальше, Дебора не будет знать того, что ты получил кольцо от Ады. Дебора, ты имеешь в виду Елена? Ой, да, Елена. Так, ты внизу там, да, у нас? Угу. Слушай, прикольно так сделали. Такой... В чем... Ты там где-то снизу, я где-то сверху, и так вот мы параллельно пересекаемся, да? Вот она, эта скотина. Ух ты, какая она хитрая. Watch out, you two. She's strong. Watch out for yourself. Ну что, просто стрелять? Угадай, куда я стреляю. Ну, всё, я что? Последний раз выстрелил в голову. Нет. А я в живот. Дура. Ну, я тоже можно сказать, что в живот первый. Слушай, тут, короче, какие-то бочки валяются странные. Они, наверное, взрываются, у меня такое ощущение, нет? ТНТ. На ней написано ТНТ. Вот что надо делать, я так понимаю, да? Да, только желательно при этом ее. Ух ты, она тут еще брейкданс. Ой-ой-ой-ой. Что за бред? Че это она на меня тут так сагрилась? Ты где там? Ты жив? Почти нет. О, Ада Вонг мне помогла. Спасибо, подруга. Подняла, в смысле? Да. Ты бы таблеточками. Я вообще вовсю питаюсь. Опять эта падла тут. Брейкданс закручивает. Аккуратно. О, теперь она на меня. Тут надо по этой хрени стрелять. Да, я в курсе. Просто я и снайперки бью, и мне не очень удобно это делать. Я понял. Опа. Ой, патроны кончились. Это какая-то фаза очередная сейчас будет. Да. Слушай, круто вообще. Так интересно сделали битву. Зрелищно вообще, игрушка зрелищная. Угу. Я прям даже ни капли не пожалел потраченных денег еще пока что. О, стоит, дружок. Отлично. Отдыхай. Так, что выкинуть? Вот тебя.
Так, тут еще какой-то с огнивом идет Вася. Не трогай только меня, ладно, раньше времени. Спасибо, Ада. Ада теперь с тобой, что ли, да? Да, она теперь со мной, и она прям на меня спрыгнула. А где ты, я не вижу. А я тут где-то бегу... А, ты едешь, а я бегу по лестнице. Слушай, круто. Ой-ой-ой-ой, что-то тут на меня все валится. Фу, какая-то слюнь тут какие-то непонятные. Сейчас мы спустимся к Дебори. Ой, да что ж ты... О-о-о. Слушай, я сейчас сдохну. А я даже помочь не могу, потому что мне нифига не видно. А встать-то я могу? Я же один раз могу вроде встать. Да. Пройдет какое-то время, ты встанешь. И обязательно лечись сразу. Да. Я тут ползаю такой, попал с ним. О! Лечусь. Лечусь еще раз. Так, подождите, мне надо подлечиться так нормально. Только я вот не параллельно с вами в итоге оказываюсь. А что-то не так немного снимать, надо, короче, защиту качать, я так понимаю, да? Ту-ду! Что тут такое? Так, ну долго мы еще будем спускаться? Это хороший вопрос, потому что я тут все бегу и бегу куда-то. Мы спустились. Так, тут кто-то мычит на меня. Я тут так... Ада в кого-то стреляет. Все. А, во, вижу. Опять он тут. Не надо тут на меня слюнями своими. Так, вам помочь? Вам не надо помочь. Мне бы кто помог. Так, ну чё? Дальше-то куда? Походу. А, вот дальше сюда. Походу тебе нужно какой-то рубильник дернуть. Да. Чтобы мы поехали дальше. И Ада, кстати, тебе помогает. Сдохнешь ты, блин. Три раза его пнул. Так, вот я кого-то не вижу. Дергаю рубильник. Ада. Дергай. О, как она долго заполняется. Потому что ты нас перевозишь. Ну да. У вас все-таки две. Слушай, Ада Вонг. Классно, мне нравится. Она вовремя. Помочь нам пришла. Не, ну окей, а дальше что делать? А это я сейчас к вам хать. Теперь вот мы. Все на борт. Капитан очевидный, блин. Ох, сейчас начнется. Ай! Получил? Да! Да какую там кнопку-то нажимать? Пробел? Вот, R плюс пробел. А, у меня одна кнопка, как всегда. Ау! Не ожидал, да? Там нежданчик тебе очень второй был. Да. А ща, опять сейчас получишь, ведь дури... Отойди! Слушай, какая она, а? Какие-то как на скорпиона, типа, да? Смахивает. Уже можешь стрелять, наверное. Спирная. Опа. Не можно, а нужно. Опять я получил. Два пистолета. Ай-яй-яй. Вау. По этим, по оранжевым надо стрелять, ведь. Ага, сперва тебя надо поднять. Да, я уже так это понял. Ну, лечись, а у меня лечилки-то нету. Так, спрей. Хватит тебе пока. Да, я сейчас спреем подлечусь. Нет, не подлечусь пока. Кстати, очень хороший способ с ней. Так. Отлично, я успел. Да это отлично. Я тоже стрелял. Так, на этого надо было, не надо было тратить. Отлично, мы пока справляемся. Кстати, на будущее, если она вдруг... Ой, ё. Ау. Так, как... Все, я сейчас сдохну. Ты поднять меня можешь? Да, поднимаю. Что-то я засмотрелся. У меня тут смс-ка пришла дурацкая, как всегда вовремя. Если она запрыгнет вдруг на борт, лучше приседать.
Ну, то есть прицелиться назад и пробел у тебя, так, наверное. Как мне, блин, спрей-то использовать, я уже забыл. Ай! Так, вот я какую-то щупальцу и отстрелил одну. Так, все, я сдох. Мне, я не, мог, не, мог, не помню, как подлечиться-то спреем этим дурацким. На что нажать-то надо? Просто удар. То есть берешь его как оружие и нажимаешь на удар. На атаку. Да. Угу. Так. Ну, возможно, прицел и атака. Ой, как красиво. Так, а я сейчас полный где-то жизни. А ты вот так вот ляжь, будет удобней. Опа, сейчас мы с ней куда-то прикатимся. Так, надо готовиться к квитаем ивентам, я так понимаю. Возможно. Блин, она сдохнет когда-нибудь или нет? Или это еще только начало? Давай, залази. Я там Ади Вонг помогаю. Слушай, а прикольно так сделали. Опа, то я, по-моему, что там накумаренная, да, совсем? Наверное. Фух. Нет! Ты помог, Ади. Ну да. Фу, слюнявая рука какая-то. Как жалко, как прямо из Вентуры мне сразу второй вспоминается. Ну давай, Ленка, мсти за смерть своей сестры прямо сейчас. Сейчас на пол игры еще мотивации зарядили, короче, твою Елену. Ага. Теперь то, чего Лёгкий не знает. Вескер, что ли, нет? А, это не Вескер. Я уже спрашивал. Какая душераздирающая сцена. I helped Simmons breach the president's security. That sounds like Simmons, all right. Why the hell would he do all this? Long story. We're up against the people who really run this country. In a very dangerous game. And if you don't play your hand right... Хороший у него телефон. Угу. О, как у Бэтмена. Красомет. Да, он у нее с четвертой части еще. Ну да, я помню. Как-то тогда не придавал этому значения. Чувствуешь, эти телефоны какие-то прозрачные. Ханнеген, ты должен быть осторожным. Я думаю, он тот, кто сделал все. Симмонс. О-о. Ты подонка. Да. О, на этом глава что ли заканчивается? Как интересно. И что у нас? Рейтинг Б всего лишь. Угу. Это как бы не хорошо, не плохо, да? Ну да, по количеству смертей. Блин, опять я тут, короче. Ты много умирал. Меткость, ну, у меня слабенькая. Много времени потратили. Поэтому ну и рейтинг ладно. Невысокий. Ничего страшного. Ну что, закончим на этом часть, что ли, да? Попрощаемся? Да, давай, наверное, на этом свернемся. Увидимся в следующих сериях. Да, ребятки, до новых встреч. Всем спасибо за просмотр. Большое пока.